о том, что получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Фух, готово, уложен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Но только расстался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место дно. В испуге считают багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, стоит у колес огромный взъерошенный пес. Поймали его и в багаж. Туда, где лежал саквояж, картина, корзина, картонка, где прежде была собачонка. Ту-ту! Приехали в город Житомир. Носильщик 15 номер везет на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, а сзади ведет собачонку. Собака-то как зарычит, а парень-то как закричит. Разбойники, вон уроды, собака не той породы. Швырнула на чемодан, ногой отпихнула диван, картину, корзину, картонку. Отдайте мою собачонку. Позвольте, мамаша, на станции, согласно багажной квитанции, от вас получили багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Однако за время пути собака могла подрасти. Стихотворение «Берегите своих детей». Берегите своих детей, их за шалости не ругайте, зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте, не ругайтесь на них всерьез, даже если они провинились, ничего не дороже слез, что с лесничек родных скатились. Если валит усталость с ног, солода с нее нету мочи, но к вам подойдет сынок или руки протянет дочка. Обнимите покрепче их, детской лаской дорожите. Это счастье, короткий миг, быть счастливыми поспешите. Ведь растает, как снег весной, промелькнут дни золотые эти, и покинут очаг родной, повзрослевшие ваши дети. Перелистывая альбом с фотографиями детства, с грустью вспомните об нем, о тех днях, когда были вместе. Как же будете вы хотеть в это время опять вернуться, чтобы им, маленьким, песню спеть, щечки нежно губами коснуться. И пока в доме детский смех, от игрушек некуда деться, вы на свете счастливее всех. Берегите, пожалуйста, детство.